Кудрявцева могла разрушить брак своим взрывным характером. Такое предположение невольно напрашивается, если вспомнить известные жизненные ситуации, в которых Лера в полной мере проявляла свой взрывной характер. Образ тихой и степенной скромницы тает тотчас же, стоит только кому затронуть сферу личных интересов теледивы. Так, ведущей Татьяне Арно повезло отделаться уничижительными насмешками в соцсетях, стоило ей только раз упомянуть коллегу в неприглядном контексте. Ну а шоумен Слава Манучаров, после неудачной попытки пустить сплетни, на своей шкуре публично убедился, как взрывная Лера машет кулаками. Нетрудно предположить, что на фоне всех этих публичных страстей в семье телеведущей и хоккеиста Игоря Макарова кипят не менее экспрессивные эмоции, по всей видимости, доходящие до рукоприкладства. Выходит, Кудрявцева разводится с мужем из-за этих самых драк. Вполне вероятно. И об этом красноречиво свидетельствует лопнувший грудной имплант, операцию по удалению которых недавно перенесла Кудрявцева, о чем не замедлила поделиться в соцсетях. Очевидно, что Лера своим взрывным характером сама могла довести молодого мужа до такого состояния, когда он не отвечал уже за свои действия. Ведь, по утверждениям производителей, такие грудные импланты крайне устойчивы к механическим воздействиям. И чтобы какой-то из них дал течь, надо очень постараться. Видимо, темпераментная пара эмоциональной телеведущей и натренированного спортсмена действительно постаралась.